Ученики Башкирской гимназии представляют Нефтекамск на конкурсе «Безопасное колесо» 6 лет. В этом году мероприятие среди юных инспекторов движения прошло в Уфе с 14 по 16 мая. По итогам конкурса нефтекамцы уступили только команде из города Салават. Из 63 команд наши ребята, учащиеся Башкирской гимназии, заняли второе место. Все молодцы, все показали свои знания по правилам дорожного движения и на практике, и по теории. Ребята получили ценные подарки. В качестве призов получили велосипеды и медали. Из всех конкурсов, проводимых среди видовцев, «Безопасное колесо» отличается сложностью и количеством этапов. Состязание состоит из 6 заданий. Судьи оценивают знания правил дорожного движения и умение оказания первой медицинской помощи. Но самое интересное и трудное, как говорят дети, это фигурное вождение велосипеда. Объезжали всякие препятствия. Самое сложное – это была восьмерка. Там было очень много конусов, которые надо было объехать. И оно показалось мне самым трудным. Я горжусь своими ребятами, потому что действительно они показали свои знания, умения, навыки. И я думаю, достойно представили не только нашу гимназию, но и наш город. Ребята получили награды из рук главного госавтоинспектора республики. Динар Гильмудинов поздравил победителей и призеров с отличной подготовкой и отметил, что главное в этом конкурсе – это пропаганда правил дорожного движения. Анастасия К. Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».